Добрый день. Готовлю сегодня песочное тесто. Маргарин, 2 яйца, разрыхлитель ванильный сахар, сметана, сгущенное молоко. Тесто отправляю в мешочек. На минут 20 в морозильную камеру. Раскатаю его. Елочка у меня есть. И готовлю печенье елочку. Печенье идет на противень. И так проделываю с оставшимся тестом. Печенье отправляю в духовку на 180 градусов. Печенье елочки у нас хорошо пропеклись. У меня сахарная пудра, немного лимонной кислоты. Надо дать сахарной пудре хорошо раствориться. Печенье хорошо обмакиваю в сахарной глазури. Вместо звездочки вот такой красный шарик у нас. И такая яркая посыпка. И так я проделаю со всем печеньем. Печенье я украсила. Оставлю, чтобы глазурь наша высохла. Маленькие елочки превратились в большую елку. На вкус печенье очень вкусное. Результатом я довольна. А вам желаю самого доброго.